Буэнос диас, братва. Ядерно-осветной заряд ваш экран, это значит, что мы продолжаем мочить всякую шваль в Borderlands. Поэтому садитесь поудобнее, берите ништячки, ща будет жарко. Поехали. Напомню, в прошлой серии мы добили, наконец, основную сюжетную линию дополнения острова зомби доктора Неда. И сейчас решили пройти по бочкам. Потому что, да почему ж, чисто, чтобы потом не испытывать проблем. И не перепроходить, чтобы у меня не было зависших квестов. Так, что по карте? А, найти фанатика нужно вот как раз-таки переход вот этот. А если вот так? Короче, мне туды. Еще какой-то переход. Так, что ж мы делаем-то дальше? Так, 16 патронов на дробовик. Убил в жопу. Эй, блядь, я ору. Так, за штуку 200, за 900. Так, а чё мы набрали-то пустынный снайпер? 180, нихуя себе, без отдачи. 174, Пуки-то не кислые, но, блядь, девятка. Так, еще какой-то слоняра. Ага. Успел. Что это за тень такая? Что там за тварь летает? Yeah.
принципе, их можно и со снайперки поснимать. Чтоб чисто, чтоб не мешались. Хуяк. Не, все еще летает петух. Так, вот тут вот запахло мясом. Угу. Сука, не успел. Ебучие гнилодактили. Ебать, все в рачьих трупах. Так, рыжий Джек готов. Сбит. Еще двое. Так. О, алкаш Уэсли. Успел. Так, что там по шокам и каким артефактам? Кислотный артефакт, огненный, шоковый. Птица, оказывается, еще и шоковым уроном будет раздавать. Нихуически так. Щелк. Ну-ка. Раз пушка. Два пушка. Ну так что так мало патронов к дробовику именно? Я что-то хуй понял. Так, последний пидор там. Джеки О'Каллахан.
сейчас со снайперки попробуем снять, как тех. Блять, дерево мешает, походу. Да где ты есть, петушара? Готов. Думаю, что мы ему понравились. А, типа я могу переключаться между артефактами. Хочу кислотой, хуярю, хочу шоком. Так, теперь... Чё у меня тут? Найти фанатика. Так, чё на карте? Ага. Ну, назад и возвращаться не буду, я лучше пройду этой стороной. Не видно вообще ни херашеньки. Чё я, блядь, сотворил? Заебца. Мостик. Бля, хоть где-то в этом очке мира светло. О, забор проебали. Суровенько. Так. Дали мы тут небольшого кружка. Надеюсь, там такой толпы не будет, как в прошлый раз. О, хапуга. Выебать, не выебать, выебать. Так, уснул. Чё тут по стволам? 1312, 940. Ну вот и всё. Так, бежим дальше. Хм. Эй, зомби, ты руку обронил. Double kill.
Сгодится. Угу, там, оказывается, еще какой-то проход есть. Про который я совершенно забыл. Так, зомби не видать. Ну что ж, сказочно. И насколько я сумел вкурить, это были два последних квеста. Я чё-то не помню, чтобы я проходил квест с мозгами. Так, надо растолкаться. Боевой гопник. Разорванная СНГ. Так. Ужасный осколочник. Так. 180, 92,8, 1,2. Нет, все-таки вот эти продаем. Так, и имеем 45 сраных тысяч. Не кисло. Не кисло. Так, бегом, бегом, бегом. Хуяк, яйцо. Хуяк, хуяк, услышали маяк. Так, где уроды-то летают? Я что-то хуй понял. Миленько. Так, идем сдаем квеста и надеемся, что это действительно был конец дополнения. Идем дальше проходить сюжетку. Блять, кто блюет? Заебал. Скамените. Плеватронные атаки. Нас-то ебали просто во все дыры. Так и стопиздило. Я так чувствую, что, блядь. Я сниму, наверное, еще пару-тройку серий за сегодня. Завтра-то я все равно выходной. Поэтому я могу продолжать снимать завтра. И в пизду пойду поиграю в Ingress. Enlightened Rocks. Сопротивление бесполезно. Кто выкупил, сразу ставит лайк и подписывается, если еще не подписался. Так. Толкучка. Ага, нет, нихуя. Это еще что за ведро? Так, снайперки у меня тоже годной нету.
нет, блядь. У нас еще один сраный квест. А если учитывать, что это только половина серии, ну, может, ну не половина, ну, максимум две трети, то что, поехали? Так. Опять за старое. Так. Ага, вот что это было на самом-то деле. Так. Как нам тут проскользнуть? Улыбнусь, хотел, не вышло. Там, кстати, помните, в прошлой или в позапрошлой серии, как раз, когда мимо проходили, там уже перед самым заводом был трупак в кепке. И эхошку я, кстати, нашел. Только почему мне сейчас тогда этот квест не засчитался, хуй его разберет. Забавно. Рыга мимо полетела. Ёбаный насрал. А вот с патронами к дробовику у нас засада, ребятки. Как бы не пришлось по дороге в Ламбирумил затариться. Благо там перед переходом, помните, где дорога смерти? Есть, есть таки автомат. Ну, честно сказать, вот по поводу вот этого вот типа, не то что эффективно, оно еще, сука, эффектно. Блять, ну это же красиво, когда мозги разлетаются в разные стороны с таким свистом. У-ху! Не забывайте, самое лучшее оружие можно найти только у Маркуса. Да, количество огров поуменьшилось. И сильно. Так, 200 баксов. Я даже 96, я даже смотреть на это не буду. Заходите. У нас вы найдете оружие и снаряжение. Ага, заебись. Так. Ну, по троньём я, в принципе, притарился. Я же думаю, что такое? 209. Не, все херня. Пиздуем далее. Чё-то как-то зомбей поубавилось, не находите? Son of a bitch. This freaking digital bearing module's terrible. The waypoint is constantly trying to send me through a mountain. What am I supposed to do? Go through it?
Is there some secret passage? No, no. Can't jump over it. Damn it! What? Wait! No, I hate you, digital bearing module! О, неужели? Так, что за снайперка выпала? Блять, в качестве на продажу пригодится. Так, где следующий мудак? Ага, перед мостом у автобуса. Или что там было? Лака просто пиздячим вперед. Не кислая пуколка должна быть. Блять, у меня дурная привычка плеваться патронами, как сука семечками. Угу. Сурово. Не кисло ему гучу взломал. Не, ну вы, блядь, видели, бежит. Готов. Так, еще один петуч. Окей, so, like, you know how that ghost always turns out to be some old guy with a mask on? I don't think these are... Так, а что там по скиллам? Так, продолжаем апать грабеж. Не зря я эту хуйню все-таки подхватил. А, так это ж... Блять, еще мой старый сброс, ебать копать. Чисто. Пиздуем дальше. Так, в дробаше 87 патронов. В принципе, достаточно. Так, один перед переходом. И второй у самого входа на завод. Сейчас верскаги посыплются. Ну, так, по мелочи, может быть. Что-то я подустал даже. Конечно, пиздеть не затыкаясь. О! Здорово. Тебе здорово. Тебе здорово. Ху, ты ля. О, как раз на четверых. Ну, одним патроном поменьше, да. А тогда ребятки как раз перед смертью вернули мне коробку патронов, которую я на них потратил, а? Вот так-то. Не, шок и урон на зомби вообще никак не действует. Давайте попробуем огневой.
Ты, блядь, промазал. И так с патронами проблемы. Ну, относительно. А тут еще есть, блядь, дефицит создают. Ящик с патронами — это всегда круто. Клянусь, он не ожидал такой хуйни. Так, там походу где-то еще один облёвыш. Так, пиздячим дальше. Ну, здесь должен валяться слабак. Где-то тут. Dirk Smallwood here. The Jacobs Corporation has asked me, the world's famous vault hunter, to stop the minor zombie infestation here in Jacobs Cove. While this job is well beneath a man of my reputation. Daddy. Чего, блядь? Что, замы с двух сторон? Не, с одной пока только. Да ладно, блядь, я его сделал. Сзади где-то обрыв был. На, пидор. Ебать мясо. Всё, нахуй. Блять, мне натурально не дают выйти с моста. Вот что за пиздос, а? Так, делаем сверху пушек. Так, мультигранату нахуй. Так, пятихат. 132. У меня 164. Нахуй. 110. Так. 148. У меня 164.
Так, вроде я наконец-таки выбрался. Чё, пидорим дальше? Хотя нет, дайте-ка кое-что гляну. А, нормально. Так, чист, чист. Значит, бежим дальше. Только вспомнить надо, где этот пидор лежит. Ага. Миленько. Не, ну а хули нет-то? Адово крутая штука. Особенно если патронов в достатке. Хм, а он в прямом смысле крышесносный. Так, блядь. Встретившись с дикими зверями, вы будете рады, что приобрели лучшее снаряжение. Теперь точно заебись. Так, что там пошел где? Наемник это не то. Не, нет, нихера. Как в прошлый раз, лезем через Ачелла. А что если попробую проскочить дальше? А дальше мне тут не пройти. Где эта ебучая яма, в котором прыгнул в прошлый раз? Что-то вообще не вкуриваю, чё да как. Конвейером мне не перепрыгнуть. Что если со стола попробую? Не, тоже хуй. Не, хера. Ты-то что, получается, назад пиздовать? Так лень, если честно. Вот так лень, что просто пиздос. Опять не туда провалился. Да что ж такое-то, а? Я не понял, или это очко волшебным образом зарастает после того, как ты через него пройдешь?
fuck. Обидно. Хуёво. Нихуя не пиздата. А еще и нихрена не видно. Отсос. Ладно. Что тут сделаешь? Во-первых, бак с автоматом Джейкобс, который потом не открывается, хотя может. Ну и во-вторых, вот эта вот херня, когда очко один раз открылось, а потом не открывается. Так, а если у меня маза как-нибудь проскочит? Нет, придется пиздовать по полной. Ну хоть живности столько не будет. Этот готов. Что? Мне поделиться этим? Не, ну ясен хер, пуколка за 2600. Я ее да не заберу. Да это ж я, не я. Мозги, да мозги кругом, блядь. Шо за трэш? Шо за садомия? Мамма мия, садомия. Всё-таки обрыгал. Гандун. Так, ну вроде правильно топаем. Сейчас не приведи Господь, придется нахуй возвращаться. Потому что у нас там небось очередной квест. По-моему, вот это уже должен быть действительно последний. Но если нет, ну хули делать, еще на серию след же отложим. Почувствуй это.
шел, не было никого. Тут на нахуй разборки в Бронксе начались. Гамадрилы, блядь. Вон еще бичезавры. Так еще так ускорился, мудозвон. Немножко срежем. Блять, в обратном направлении локация играется несколько непривычно. А еще толпа уродов. Что там у нас по ачивочкам? Мгновенная утопсия. Легенда картечи. Бум-бум-бум. Кап. Человек цунами. Нихуя себе. Вот это бука-пука. Нихуёвое такое ведёрко, блядь. Горячий. Ах ты ж, блядь, ты откуда блеванул, урод? Больно было. Сдаем квест и серию заканчиваем. Она и так затянулась. Да нельзя. Потянуться, конечно же, надо. Опять половину боезапаса в трубу. Больно было. У меня там сзади нарыгивают, как не знаю куда. А чё, я квест сдавать пиздую? Так, ну хоть стервятников нету. Уже что-то. И сейчас хуяк нам еще один квест заворачивают. Опять какой-нибудь ебанутый да нельзя. С кучей багов. И сходи туда, не знаю куда, принеси то хуй знает что.
Все, квест кончили, что ли? Так. Владов, не обязательно быть хорошим стрелком. Достаточно выпустить как можно больше. Продаем пуколки и фиксируемся. С зомбями покончено. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте свои пальцы вверх. Адьос, братва. Сандрус аут.